Ну что, расскажите, из чего он состоит? Коктейль на основе лимонного сока, вишневого ликера, абсента и маленького сюрприза. Ну что, давайте готовить, все заждались. Ну? Давайте попробуем. Смотрите, как они это делают синхронно. Потому что они джинсы. Да, мы даже хором разговариваем. Ого, как ровно. Одинаковые. И теперь самое главное. Абсолютно. Ну что, видали, как наши близнецы умеют? Наши герои тоже умеют. Ну, аплодируем! Еще один момент. А вот он и сюрприз. Вы поняли, почему его нельзя пить в одиночестве? Ну, а покажем, как это делается. В общем, мы сейчас подождем, когда он достаточно прогреется. Желательно, конечно, потушить его. Надо не обжечься. Ну и пить. Надо не обжечься. Главное, чтобы трубочку не пить. Трубочку не попали. Вот мне интересно, а у спонсоров остались на новых коктейль? Только здесь можно будет выпить, да? Конечно. То есть он войдет в меню? Конечно, да. Круто. Если бы не мы, если бы не было. Конечно. Ну что, готовы? Девушка, вы готовы? Мы готовы. Да. Мы всегда готовы. Мы все можем тушить. Сейчас я подумаю, что я как аккуратнее. Главное, потушить. Да, тушите скоро. Это, наверное, спирт. Да. Всегда горит. Водка еще чуть-чуть. Пьем. До дна.